Привет-привет, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас с вами будет чудесный обзор новинки из каталога номер 17, предновогодний такой ярко-малиновый подарок, каталог Oriflame, забыла сказать. Да, это из каталога Oriflame, такой пушистый, яркий, малиновый халатик. Он идет по акции, на него скидка 60%, он будет стоить всего 1299 рублей по цене каталога, а если у вас есть дисконт, то он будет, естественно, на 20% дешевле, а если у вас нет дисконта, обращайтесь, я вам помогу оформить. И сейчас посмотрим халат, потому что многих интересует, какого он размера. Ну, во-первых, рассмотрим ткань. Ткань у него такая приятная, флис. Флис, по-моему, называется такой, из него из такого материала пледы делают. Вообще, она очень приятная, пижамки такие частенько я вижу. Даже у нас такая была. Очень приятная ткань, очень красивый цвет. У меня рост 1,66 м. Я ношу размер 42-44. И сейчас вы посмотрите, как этот халат сидит вот на моем размере. Потому что многие спрашивали, даже кто-то спрашивал, 50 или 52 размер подойдет или нет. И мне кажется, он не подойдет. То есть, смотрите, вот я его одеваю. Сзади он у меня вплотную прилегает. Сейчас покажу. То есть, вот. И вот всего какой запах. То есть, вот я его, в принципе, положила раз, два. Мне кажется, этот халат рассчитан где-то, ну, 46 размер. Ну, может быть, максимум 47. А если у вас большая грудь, то тут просто все будет распирать. Как бы, и уже не очень красиво. Но мне халатик нравится, у него хорошая длина, есть два накладных удобных кармана, длинный пояс, который можно завязывать, как-то подвязать, подчеркнуть талию. В общем-то, он очень комфортный, обратите на рукава. Рукава не длинные и очень широкие, это мне не нравится, потому что, ну, не знаю, как-то некомфортно, хочется рукава подвернуть, чтобы они уютно лежали. Здесь как-то вот как кимоно, скорее, оно мне напоминает кимоно. Вот такой халатик, поэтому прежде чем покупать, померите себя, померите свой размер, как он будет сидеть, потому что мне кажется, он прям такой маленький, малышок. Вот, вот в общем-то и все. Еще есть к этому халату тапочки, но у нас их, к сожалению, пока нет, и я вам их не покажу. Вот. Остановимся на халате. Все. До новых встреч. Ставьте лайк, если видео полезное понравилось. И оставайтесь на нашем канале. Здесь будет еще много всего интересного. Пока-пока. GoPro, стоп видео.